Во второй день Петербургского международного экономического форума 2021 президент России Владимир Путин в формате видеосвязи принял участие в подписании инвестиционных соглашений. Среди главных — о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Успешное развитие регионов и России в целом во многом зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу соглашение о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Компания ДСК «Автобан» и Евразийский банк развития инвестируют в этот проект порядка 120 миллиардов рублей. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа-Западный Китай. Между тем, именно Самарская область лидирует в стране по внедрению механизма государственно-частного партнерства. Опыт 63-го региона был в центре внимания на площадке Петербургского международного экономического форума. Главный пример – ГЧП, масштабный проект строительства моста через Волгу и дороги в обход Тольятти. Он реализуется по поручению президента страны Владимира Путина и отражен в транспортной стратегии России. Эта инфраструктура – часть международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай. Стоимость проекта – 121 миллиард рублей. Его завершение намечено на 2023-2024 год. Сейчас готовность 23%. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, до конца 2021 года планируется достигнуть планки 45%. Проект начал реализовываться благодаря поддержке президента. В 2018 году президент страны, посещая Самарскую область, дал положительную резолюцию на мою просьбу внести изменения в транспортную стратегию Российской Федерации. Нам удалось доказать, что именно через нас оптимально проходить международному транспортному маршруту. Конечно, этот проект является флагманским. Проект, на который сегодня равняются другие регионы. Смотрят, а как получится у Самарской области, которая стала инициатором этого проекта. Как отмечают эксперты, значение проекта для всей страны и для Самарской области, в частности, трудно переоценить. Тольятти – крупнейший моногород России. Сейчас там развивается особая экономическая зона, третья по масштабу в стране. И новая транспортная инфраструктура придаст дальнейший импульс. Рядом строится железнодорожная ветка. За ней потянется целая цепочка инвестпроектов, в том числе крупнотоннажных. Все это имеет колоссальное значение для трансформации Тольятти. Также на совещании обсудили реализацию проекта магистрали «Центральная» через Самару. Уже разработана проектно-сметная документация на 15 километров этой трассы. Стоимость реализации – 23 миллиарда рублей. Дмитрий Азаров отметил, что власти региона готовы рассматривать применительно к этому объекту принципы ГЧП. Высока вероятность участия федерального бюджета. Затронули тему скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти. Проект уже заявлен во фронтальную стратегию развития Российской Федерации. Леонид Кошман, Новости губернии.